Здравствуйте, Инга Викторовна. Так, и что у нас здесь? По вашей теме ничего. Знаете ли, пулевые отверстия в теле снимают все вопросы о причине смерти, а похищенные деньги – о мотиве. А у меня есть вопрос. Шесть человек. Кто это сделал? Знаете ли, хорошо, что на этот замечательный вопрос будут искать ответы другие. Вы можете взять отгул. Что, есть видеозапись нападения? Ну вот. И время смерти тоже перестало быть тайной. Инга, поехали в бюро, посмотрим, как все было. А я, Олег Анатольевич, услуги судмедэксперта здесь явно не нужны. Красавцы. Да уж. Разрешите? Степан Степанович, а вы же с другой группой должны были работать. Ложный вызов. Думали, человек умер, а он оказался жив. Да, не повезло. А я в том смысле, что у вас же оплата сдельная за каждое вскрытие. Ну да. Вы позвольте присутствовать? Хочу поучиться у начальника отдела. Грешно не воспользоваться. Да, пожалуйста. Ну что, как вы видели, бандиты напали внезапно, всех расстреляли и забрали деньги. На чем уехали, приехали, непонятно. Отрабатываются версии сотрудников банка, хотя по факту начинать не с чего. Улик нет. Да. Кстати, дельцы тоже не обнаружили. Знаете ли, убийцы применили такие дельцы-улавливатели. Да. Пуля обнаружена. Калибр 7,62. Вот только один вопрос. Где они взяли такое оружие? Обычно применяют 5,45. Да. Баллистический анализ подтвердил, что эти стволы раньше нигде не всплывали. В общем, итого. Подошв нет. Окурков нет. Биологических следов нет. И видео с камер наблюдения тоже ничего не дало. В общем, пшик. Ого. Извините. Да. Да, это Гончар. Здравствуйте. Но понял. Сказали, что инкассаторы нам не по зубам. Дело резонансное, этим будет заниматься другое бюро. В смысле? Почему другое бюро? Роберт Адольфович, вы это так оставите? Степан Степанович. Что я могу? Все. Ну, ты не волнуйся, без работы не останемся. Они приказали ехать на лесопилку, потому что там бомжи нашли 3 трупа. Так, стоп, кто приказал? Почему нельзя те трупы отдать им, а эти трупы нам? Ну, вообще-то это я, пользуясь своими связями там, намекнул на то, что дело инкассаторов нужно передать другому бюро. Потому что это 100% висяк, а я их не люблю. Хорошо, но преступников надо найти. А я разве против? Пускай ловят. Только пускай у них голова болит, а не у меня. Ну, лесопилка так лесопилка. Да, это точно не бытовая ссора. Все выжжено. Зачем? Убийца все биометрические идентификаторы уничтожил. Отпечатки пальцев, глаза, татуировки, рубцы, родинки – все. Это сделано для того, чтобы мы не могли установить личность жертвы. Да. Ради чего такая изобретательность? А теперь смотрите, что я обнаружил. По всей видимости, наркотик. Ну, это надо будет еще проверить. Ну, теперь хотя бы есть за что зацепиться. Один пакетик с порошком и все. Одежды нет. Узнать его невозможно. Ориентировку давать бессмысленно. Следов от протекторов шин нет. Следов от подошвы нет. Инга, вся надежда на тебя. Смерть часов 10-12 назад наступила. Причину пока не могу назвать. Обширные внешности.
внешние повреждения. Но и удушение я тоже не исключаю, поскольку цианоз. Видите? Усинение конечностей. Все остальное только после вскрытия. Одно могу сказать точно. Убили их здесь, потому что нет следов волочения. Олег Анатольевич, что происходит на нашей планете? Там шестеро, тут трое. Просто убийство оптом. Первая версия – это разборки наркоторговцев. На месте найден чистый высококачественный кокаин. На улицах он всегда разбодяжен. Значит, жертвы или поставщики, или оптовики. А может, наркоманы? Нет, абсолютно точно. Они не наркоманы, судя по анализу. Во всяком случае, никаких тяжелых наркотиков. Хотя я только поверхностный осмотр тел произвела. Все остальное после вскрытия. В общем, так. Следов ноль. Пальцев нет. Лиц нет. Особых примет нет. Жертву опознать невозможно просто. Инга Викторовна, а вы можете идентифицировать? Да, трупы по зубам. Я где-то читал об этом. Это мы, наверное, в сериале в каком-то видели. С удовольствием бы сделала это, но зубов нет, они сгорели. Как сгорели? Зубы не горят. Рукописи не горят. Ну, факт есть факт. Ну да, рукописи не горят, это у Булгакова я читал. Злодей. Так, прекратите. Да. С этим тупиком нужно разобраться. Так что давайте работать. И работать качественно, так сказать, с песней. Я очень плохо пою. Все, все свободны. Знаете, а меня мама в детстве сдала в детский хор. Лучше бы она вас в другое место сдала. Перестаньте, Олег, перестаньте. Знаете, я пел таким мецо-сопрано. Меня называли Лабертино Лоретти. Приятного. Спасибо. А вы новенький? Я вас не помню. Где Женя? Я его сменщик. Согласитесь, на такой работе всегда нужен кто-то, кто может вовремя тебя сменить, там, на всякий случай, там, заболел или в отпуск пора. Ну что, Олег Анатольевич, какие планы на день? Да у тебя, Инга Викторовна. У меня все весело, вскрытие. Извини. Да. Вентили не брать, я скоро буду. Он единственный, кто в городе промышляет неразбавленным кокаином. Под ним уличные торговцы и сеть магазинов черного интернета. Я сомневаюсь, что единственный неповторимый будет вот так откровенно стоять на углу и палиться. Вентиль возле кафе, вот его машина. Я подключился к IP-камерам. Он не ведет торговлю с одного IP-адреса. Катается по городу, подключается к Wi-Fi разных кафешек, совершает сделку и выезжает. А что за кличка такая странная? Вентиль? Его так прозвали за способность винтить самлавы. Хо, у нас не получится. Ладно, я пошел, вы оставайтесь здесь и не мешайте мне, особенно ты, Инга. С удовольствием посмотрю, как вы сами со всем справитесь. Ты цел? Да, в порядке. Видал, какая у меня напарница. С такой хоть в огонь, хоть в воду.
Рука у тебя тяжелая. Да нет, тут не в руке дело. В смысле? Да ну не было никакого покушения. Не было? Не было. Я испугался. Ногу схватила судорога. Ну, от этого я растерялся. Нажал на газ. А дальше, ну, дальше я не смог остановиться. Так, не смог? Да. Ладно, так и запишем. Ну вот, не. Да, Свет. Твою мать, а. Нет, я сейчас совсем не могу говорить. Так, я тебе перезвоню. Да, обещаю, обещаю, обязательно. Аптечку мою принеси. Какую аптечку? Он симулирует. Давай-ка я это решу. Олег Анатольевич, я к вам. Значит так, пальчики совпали с отпечатками пакетика с лесопилки. Вот. Ну да, вы молодец. Кто бы сомневался. Свет, прости. Я правда собиралась к тебе ехать, но у нас тут как обычно. Форс-мажор. Ну, понятно. Привет. Привет. Интересно, если бы я умерла, ты бы нашла время прийти ко мне на похороны? Свет, ты жива, и слава богу, и все у тебя хорошо. Да ладно, я шучу. Вилка, на самом деле это я должна попросить у тебя прощения. За что? Может, конечно, это не самое лучшее время. Но кто знает, а вдруг со мной действительно что-нибудь случится? Свет, в чем дело? Вилка, помнишь, ты хотела узнать имя любовницы Марка, из-за которой вы с ним расстались? Ты знала, да? Да, я тогда очень сильно хотела узнать имя. А сейчас мне уже просто наплевать на эту тварь, и все. Этой тварью была я. Свет, давай просто забудем, и это все так давно было. Даже немного жаль, что у вас ничего не сложилось. Мне тоже очень жаль, что все так кончилось. А сейчас прости, мне нужно закончить работу. Да. Можно? Ну, конечно, можно. Вентиль не виновен. Ты судебное решение раздаешь, как диагнозы. Если я с причиной смерти ошибусь, никто не умрет. А вот если вы с доказательной базой, то в тюрьму пойдет ни в чем не повинный человек. Да, это не доказательство убийства. Но прямая или косвенная связь есть. Его пальчики на пакете с кокаином не значат ничего. Он наркоторговец. Его отпечатки здесь, в этом городе, на всех пакетах. Он убегал. Его брали уже не раз, но он тебе такого не позволял. А то, что он в обморок падает при виде крови. У него сильнейшие панические атаки. Он два раза сегодня сознание терял. Можно? У всех жертв характерный отек легких и ларингоспазм. Собственно, поэтому они не смогли дышать. Так, здесь хлор. И несмотря на его неустойчивость, в большом количестве. С причиной смерти ясно. Инга, поехали.
ты думаешь, что баллоны у вентиля в гараже? Ну, не нашли в хате, попытаем счастье здесь. А хлор мог быть только в баллоне? Да, отравление высокой концентрации. Если хлор находится в емкости под давлением, то при ее открытии образовывается облако. Один вдох, потеря сознания. Второй вдох, смерть. Но тот, кто откручивал кран, мог задержать дыхание. Через 5 минут остался бы только воздух, а через 2 часа и вовсе ничего. Хороший способ в одиночку убить несколько человек. Здоровушки. Фонарик. Понятые. Инга, я знаю, что ты сейчас не на моей стороне. Но баллон с хлором – это приговор. Мне нужно заключение по трупам, чтобы работать с вентилем, а ты тянешь. Я делаю все, что в моих силах. Похоже, один из пострадавших – бывший заключенный. У него в крови аденин и гуанин. Это следы чефира. Ну, это хорошая зацепка, только не срочная. Преступник больше всего не хотел, чтобы трупы идентифицировали. И вот именно на этом он и должен погореть. Я уверен, что убийца – вентиль. Твои доводы о гемофобии неубедительны. Он хороший актер, как и все бандиты. Инга, я жду заключения. Я не могу закончить, пока я не установлю орудие убийства. Баллон с хлором – это одно. А вот чем сожгли зубы? И это я смогу узнать только после идентификации трупа. Я не буду этим заниматься сейчас. Инга. Ладно. Ростик. В первой вкладке зэки с разбивкой на исправительные учреждения. Во второй освобожденные, а в третьей те, кто в СИЗО. А можно все это вбить в программу и сравнить? Там раз и готово. Нет, нельзя. Система распознавания работает только с лицами, не с тем, что от них осталось. Сорян. Инга Викторовна, ну хоть вы понимаете, что тут работа непочатый край. Уши, Ростик, являются очень точным биометрическим идентификатором. И их хозяина мы найдем. Не бы ваш оптимизм, Инга Викторовна. Смотри. Не он. Есть. Дмитрий Бугазов. Жил в Валуйске. Дважды судим за разбой. Угу. Дальше. Так хорошо, что Валуйск рядом. Да, у Бугазова есть сожительница. Ее привез участковый, она труп опознала. Ну и у него изъяли ноутбук. Да, я понял. Димка в интернете висел. А я на фабрике вкалывала. Почему после пропажи Дмитрия вы не дали заявление в полицию? Да вы что? Он же бывший зэк. Мало чего он натворил. Я что, подставлять его буду? Да я не волновалась. Часто так пропадал, никого не предупредив. Потом возвращался с деньгами. И снова в интернет. Простите. Есть разговор. В общем так, я посмотрел все вдоль и поперек. Ничего особенного нет. Ничего. Угу. Тор. Ну? Это ничего особенного? Так в Торе тройное шифрование. Угу. Мы здесь никогда следов не найдем. Это браузер для черного интернета. Ну да, это подтверждает связь с вентилем, потому что продажи наркотиков проводились именно через Тор. Между прочим, я криминалист, а не компьютерщик, если кто из вас забыл. Криминалист. Регина, где вы были 3 дня назад? Выходная была, на даче копалась.
А что? На какой вы работаете фабрике? Окна пластиковые делаем. Там используют жидкий хлор. Да. И что? Вас Бугазов часто бил? Не было такого. Ваш участковый сказал, что было. Ссорились, дрались. И даже угрожали своему мужу, что убьете его. И что? Бугазов время от времени приносил деньги. Откуда-то. Починил дом, купил машину, дачу. Все это теперь достанется вам, правильно? Ну все. Закрываем дело. Убийца – жена. Двое других пострадали за компанию, чтобы запутать следы. Да, у нее был мотив, но… Вряд ли Регина поехала с баллоном хлора за мужем, выследила его, отравила еще двух мужиков, выжгла там все и скрылась в неизвестном направлении непонятно на чем. К тому же баллон был найден в вентиле. Вот и хорошо. Зачем все усложнять? Мне важно, чтобы мое бюро продемонстрировало молниеносную раскрываемость. Поэтому вентиль в качестве подозреваемого меня очень даже устраивает. Олег Анатольевич, жду от вас обвинения на вентиля. Вы это серьезно сейчас? Абсолютно. На обвинение нет материала. Вас стучать не учили? Да, простите. В общем так, я прихожу. Она сидит, говорит, есть аспирин? Я говорю, есть. Она говорит, несите. Я иду, прихожу, а… Что «а»? А Регина сбежала. Зиновий Викентич, вы… Инга Викторовна, нужна ваша подпись. Жертва номер два. Судя по состоянию мышечной массы, тяжелоатлет, сердце увеличено. В коронарной артерии установлен стент. Операция была, судя по состоянию эндотелия, не больше, чем год назад. Ростик, вот бы нам узнать, кто им этот стент установил. Можно будет на имя жертвы выйти. Алло, дядь Толь? Это Ростик. Да. Да, я к вам по делу. Скажите, а вы коронарное стентирование бодибилдеру около года назад не делали? Какая артерия? Левая коронарная, передняя межжелудочковая ветвь. А, вы услышали? Жду. Кто-кто? Серебряный призер чемпионата «Железный принц»? Да, 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 спасибо. Тетя Тере, привет. Инга Викторовна, это Данила Федорчук. Он принимал стероиды и вместе с мышцами увеличил себе сердце. И вкупе с атеросклерозом получил ишемию. Так что путь спорта у него был заказан. Слушай, Ростик, а сколько у тебя еще есть нужных и полезных нам родственников? Есть еще парочку. Дядя Толя кардиохирург в институте сердца. Кстати, сказал, что отправит его карту на мыло. О, уже есть. Так, отправь мне. Есть, Инга Викторовна. Да, получила. Ростик, ты крут как обрыв. Проси, что хочешь. Выходной, Инга Викторовна. С ума сошел? Ключик оставь. Ну что, если хотите скрыться от полиции, прятаться у вашей тетки не лучшая идея. Про тетку только вы могли разузнать. Димкины дружки про нее не в курсе. Если бы меня обвинили, что это я его убила, так я бы дня не прожила. Так вот, почему вы сбежали. По камере наблюдения вашего соседа я понял, что ваша прополка сорняка совпадает со временем убийства Димы. Да, еще кое-что. Когда будете принимать солнечные ванны в следующий раз, одевайте одежду. Так
Я что, свободна? Да, дежурный. Рассказывай, как нашла ноутбук. Все тебе расскажи. Сестра Федорчука отдала сама. Угу. Тор видишь, да? Да, вижу. Ну что, получается, Федорчук и Бугазов вели все разговоры через него. А микроимперия Вентиля тоже была организована здесь. Добавляем это к делу Вентиля, и прокурор подписывает все, что нам надо. А вот смотри сюда, любопытно, от аналитиков. Каждый раз, когда Федорчук и Бугазов отсутствовали, в разных городах совершались дерзкие нераскрытые преступления. Я думаю, что они вели свои темные дела через него. Вот, раздобыл. Красавчик. Ну, вперед. Ольга Викторовна, я с вами ко всему готов. Но вырывать зубы из челюсти коровы – это… А чего ты ворчишь-то? Ты прекрасно все сделал. Так, давай, крепи. Я сделаю. Думаете, это нам что-то даст? Надеюсь. Ну-ка, держи. Дай лупу. Ну да, по-моему, все понятно. Привет, пап. Вилка, ты что, решила вообще дома не ночевать? Пап, ну что случилось? Я принес тебе обед. Ну, что ты думаешь, в конце концов? Честное слово, нельзя же так работать, как маленькой. Здравствуйте. А, давай, пап, спасибо большое. Сейчас вот как только будет перерыв, я сразу все съем. Что не так? Все, пап. Любовница, из-за которой мы развелись с Марком, это Света. Я не знал, но не удивлен. Она всегда тебя завидовала. Я ей верила. Верил. И ему. Ну, ты как девочка. Твоя Светка профурсетка, а твой Марк... Мужик видный. Вот и все. Видный. И не мой. И слава Богу. Ну, я надеюсь, теперь это все, да? Окончательно и бесповоротно. Ну, чудесно. Значит, я правильно сделал, что вернул ему деньги. Да? Книжку жалко. Книжку? Если настоящая, то напечатают и так, без денег Марка. А если нет, то нет. Точно. Слушай, вот если бы тебе нужно было сжечь зубы дотла, вот чем бы ты это делал? Неожиданный вопрос. Я бы попробовал переносной газовый резак. Принеси еще зубы. Есть.
хоть знаете, сколько я заплатил пожарным за приезд? Значит так, Инга Викторовна, вы уволены. Хорошо. По закону у меня есть аж целых 2 недели. Но мне понадобится всего 5 минут. Можно? Для чего? Роберт Адольфович, давайте не будем устраивать балаган и все-таки выслушаем друг друга. Благодарю. Первое. Убийца не оставил никаких следов, кроме кокаина. Второе. Он спланировал достаточно сложное отравление хлором. И третье. Он уничтожил все биометрические идентификаторы газовым резаком, который он специально заранее привез на лесопилку. И теперь у меня 2 вопроса. Вот вам не кажется, при такой тщательно спланированной операции, что баллон с хлором и пакет с кокаином – это подброшенные вещдоки? Да, кажется. Еще один вопрос. Где транспорт? Ну, машина, которая теоретически, повторюсь, теоретически была на лесопилке, она уже в поиске. Отлично. И это все? А этого мало? Да, этого мало. Наши конкуренты вот-вот раскроют убийство инкассаторов, а мое бюро не может справиться с какими-то лесными бомжами. И вы это все специально делаете. Вы саботаж решили мне устроить. Это дело только на первый взгляд кажется простым. Роберт Адольфович. Да что вы говорите? Простите, Инга, можно тебя на минутку? Инга Викторовна! Прости, что отвлекаю. Я знаю, что Свет тебе все рассказала. Я хотел бы тебе объяснить. Марк, не приходи сюда больше. Инга, ну... Адольфович звонил прокурору. Сказал, что убийца найден. Завтра Вентиль получит обвинительное заключение. А вот это он зря. Да. Я еще раз просмотрел видео. У одного из грабителей, который на шухере стоял, был нервный тик. Плечом дергал. У одной из жертв следы менингита. А это может быть причина нервного тика. Угу. Инга, что хотел Марк? Такого человека не существует. Это имя ты больше никогда не произносишь. И мы навсегда закрыли эту тему. Давай. Ну да, судя по состоянию мышц шеи и предплечья, здесь вполне мог быть нервный тик. Если труп из лесопилки – это и есть грабители в плащах и масках, то где четвертый? А четвертый решил, что 2 миллиона – это не та сумма, которой нужно делиться. Вентиль, надо его дожимать. В плащах и масках? И банк тоже я. 3 убитых на лесопилке являются членами банды, убившей инкассаторов. Пакетик с коксом, баллон с хлором и коммуникации в тор 2 жертв указывают на тебя. А так как бандитов было 4, 3 из них мертвы, понятно, кто 4-й? Я? Да, ты. В решении суда я не сомневаюсь. И твои обмороки судьи не впечатляют. Так что мы тебя закрутим, Вентиль. Плащи и маски. Если следы есть, то только в волосах. Я так понимаю, первые ничего не нашли. Зато нашли у второй. Кровь? Похоже. Что делать, знаешь? Ага. Ростик,
Запроси образцы для анализа остальных 6 погибших у банка. Виктор, ну простите, а смысл? Зачем узнать, что кровь на чьем-то теле принадлежит инкассаторам, если мы и так знаем, что их убили эти трое? Ростик, смысл в том, чтобы, если это кровь потенциального убийцы, исключить остальных. А, ну да. Ну да. У нас тут Тина. Олег, если около заброшенной лесопилки есть водоем, то вам туда. Понятия не имею, что вы там будете искать, но у нас, похоже, одна из жертв незадолго до ограбления купалась. Как ты понял, что у нас здесь? Инга подсобила. Я следы нашел. Мы их, кстати, пытались замести. Слушай, узнай мне все про эту колымагу, окей? Да, хорошо. Алло? Ну что, могу тебя обрадовать? Нашел машину. В ней кейсы, автоматы, маски, одежда и документы. Федорчук, Бугазов и Волков. А Волков — это, кстати, уволенный айтишник из ограбленного банка. Куролесил в области. Ясно. То есть все трое из разных городов и собирались вместе только для того, чтобы провести дело. Но придумано неплохо, потому что связать их таким образом между собой очень трудно. Давай в бюро встретимся. Да, окей. Значит так, машине уже 30 лет, документов давно нет. Хозяин отправил ее на разборку, говорит, что покупателя в глаза не видел. Тот перечислил ему деньги через банкомат, но он уже отправил ключи почтой. Ну да, этого следовало ожидать. Окей, спасибо. Так, друзья, каратун в прокуратуре. Что у нас нового? У Волкова в доме нашли пароль к чату в Туре. Самого Волкова, Бугазова и Федорчука нанимал один работодатель. Он не назвал имя, но дал план действий и схему отхода на лесопилку. Оружие было куплено в Торе, там есть оружейные площадки. Там некоторые еще с 70-х продают краденые АК, поэтому и калибр 7,62. В общем, лесопилка Тора, машина, к разгадке нас не приблизили. Кому лесопилка принадлежала? Да не проблема, у меня есть доступ к базе налоговой, сейчас узнаю. Алло. А, привет, дружище, да. Это что? Да. Хорошо, спасибо тебе, дорогой, что позвонил. Каратун подал прокурору обвинительное заключение на Вентиля. И там твоя подпись, Олег. В смысле? Я ничего не подписывал. Под экспертным заключением. Твоя, Инга. Мою невозможно подделать. Ну и ваша, соответственно, Зиновий Викентьевич. А меня за что? Ну вообще я от него ожидала чего-то такого. Так, вот, нашел. Владелец лесопилки Годлевский Я.В. набрал кредиты, организовал производство, мебель, штрафы, закрытие. Прогорел. Фотография есть? Этого не может быть. Господи! Стой! Ого! Стой, Ростик! Чего?
Ну что, бегу. Кофе выпьем? Давай, пошел. Сам или подсказал кто? Сам. У меня балкон на банк выходит. Видел, как машина наличку возит. Вот и решил. Сам все спланировал и организовал. Кокаин где взял? В Даркнете затарился. Хотел, чтобы его в другом месте искали. Ничего личного. А баллон с хлором? Подбросил. А в кофейню к нам зачем устроился? Насмотрелся детективных сериалов, как выуживать информацию? Так идею насчет вентиля это вы мне сами подбросили. Ну, чтобы я баллон в гараж подкинул. Это все напиши вот здесь. Он всегда хотел разбогатеть. Вся комната обклеена Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом. Знаете ли, эти все книги, семинары по личностному росту, мотивации – это все зло. Я всегда это говорил, всегда. То есть его на ограбление банка Стив Джобс столкнул? Ну, он всегда пускался в авантюрные проекты. Когда понял, что миллионером по закону не станешь, пошел против закона. Прям как Чичиков. Это Гоголь «Мертвые души». Я читал. Так. Кто из вас стуканул в прокуратуру по поводу обвинительного заключения на вентиля? А, признавайтесь. Только после того, как вы признаетесь, что вы подделали наши подписи. Ах, так, да? Ну что ж, вам же будет хуже. Ваше бюро расформируют, потому что у него отсутствует руководство. Понятно? Роберт Адольфович. Да. Примите мои соболезнования. Да, кстати, и мои. Да, и мои. Лицемеры. Сейчас он взорвется там. Извините, наверное, циничный. Просто человеку приятно сделать. Человек просто не влился в коллектив. Это да.